День добрый. И снова Дов. Сегодня будем менять Samsung Note модель N7000. Вот видите, кнопки загораются, но экран не работает. Будем менять дисплейный модуль. Все это займет у нас много времени. Делать это достаточно просто. Вот он так выглядит. Экран, тачскрин, шлейф нижних кнопок. Разбираем телефон. Пока разбираю телефон, я нажимаю на паузу, чтобы не терять. Скрутил все болты я. Снимаем карандаш. Заднюю рамку таким вот образом стараемся не царапать. Сняли рамку, разъем дисплея. Давайте сразу его проверим, чтобы не терять время на тот случай, если он не рабочий. Такое тоже бывает. Включаем телефон. И, пожалуйста, все работает. Телефон находится в перезагрузочном режиме. Снимаем плату. Отстегиваем все шлейфа. Кнопок громкоговорителя, датчика, тачскрина. Снимаем нижний динамик с антенной. Болты не путайте. Снимаем плату, антенна, материнская плата. Снимаем верхнюю часть, разбираем гнездо наушников. Покажу поближе. Динамик, гнездо наушников, металлическая прижимная планка. Далее снимаем датчик с передней камерой. Резиновый пыльник у нас на модуле на новом есть, можно не снимать. Снимаем виброзвонок. Также у нас стоит на скотче. И наклеечку с номером ИМЭЯ, с данными телефона. Убираем в сторону старый. И все устанавливаем на новый модуль. Наклейка. Фибра. Звонок, камера с датчиком сближения, динамик, гнездо наушников. Поставили рамку сверху. Сразу закручиваем. Далее ставим
сборный модуль с шлейфом, с разъемом зарядки. Сверху ставим плату. Будьте внимательны, ничего не оставьте под платой. Вложили кабель, застегнули. Застегиваем все шлейфа, разъемы. Закрепляем плату. Антенный кабель. Далее ставим динамик с антенной в заднюю часть. Закручиваем своими болтами. Ставим заднюю панель, точнее. Проверяем кнопки, ставим батарею, включаем. Телефон включился, пожалуйста, это был Galaxy Note. Таким простым образом, буквально за 7 минут мы поменяли сборный модуль. Каждый сможет сделать это сам. Ничего сложного нет, паять не надо. Термофен использовать не надо. Собираем болты. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, кому видео было полезным. Всем удачного дня. До свидания.